Несмотря на морозную погоду, на юбилейном проспекте кипит работа. Здесь в следующем году свои двери распахнет новый 4-этажный детский сад на 320 мест. Глава округа Дмитрий Волошин и муниципальные депутаты проверили ход строительства. В осмотре приняли участие и активные жители. У нас острый дефицит здесь. Нам просто необходимо новый детский сад в этом районе. И жители ждут, депутаты спрашивают с администрации, когда будут оформлены документы. Хорошо, что мы вышли и очень быстро подготовили все документы для начала строительства. Очень важно, чтобы не опоздали. Дети, которые сейчас в старшей группе, и мы говорим, они рисуют нам новый детский сад, какой они видят. Они хотят вот подготовительную группу закончить детский сад именно в новом детском саду. Прекрасно. Спасибо, что вы приехали, что вы следите за строительством. Со слов руководителя проекта Владимира Щепеткова, строительство идет по графику, без задержек. Работы идут с августа месяца. До конца года будет полностью подготовлен первый этаж. Проект рассчитан где-то до конца июля месяца. Строительство нового здания детского сада номер 9 – событие важное и долгожданное. Мы сегодня с родительской общественностью, с педагогами пришли посмотреть ход работ. Как нам рассказали строители, цокольный этаж уже сделан. Они приступили уже к созданию первого этажа. Старое здание на 170 малышей построили 60 лет назад. Площадь нового сада будет больше в два раза. Здесь разместят 13 групп на 320 воспитанников. Это улучшение не единственное. Обновят и инфраструктуру дошкольного учреждения. Этот детский сад будет оборудован по всем современным нормам и требованиям. В том числе в нем будет оборудована доступная среда. Появится возможность у наших особенных деток получать весь необходимый комплекс и образовательных услуг, и, соответственно, заниматься спортом в этом образовательном учреждении. Открытие любимого детского сада ждут не только малыши и родители, но и педагоги. Педагог уже 25 лет здесь. Коренная жительница Химок. Детский сад за столько лет стал нашей семьей большой. Конечно же, мы все ждем с нетерпением. И педагоги, и дети, и родители. Сад был замечательный, уютный, добрый, но уже был достаточно старый и требовал реконструкции или каких-то изменений. Очень важно, потому что новый сад обещает быть не только красивым, но и многофункциональным. Реконструкцию детского сада проводят при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках народной программы «Единой России». Помимо строительства нового здания, благоустроят прилегающую территорию с местами для прогулок. Все для полноценного и гармоничного развития юных химчан. Елена Тараненко, Руслан Сафин. Новости Химки ТВ.